Всем привет, дорогие зрители моего канала! Я решила сделать отдельное видео. Это популярные брюки на AliExpress, утепленные на осень, зиму и на холодную, наверное, весну. Разных цветов они есть у разных продавцов. 4-5, да, цветов. Везде отличается дизайн. Где-то с двух сторон резинка, где-то только сзади резинка. Читайте обязательно отзывы. Я купила за 1506 рублей. Сейчас они 1200, можно и за 1200, 1100. Только смотрите отзывы, чтобы соответствовала ткань. Если рейтинг 4,8, 4,9, заказывайте. И там соответствует ткань. Не обманывает вас продавец, как в прошлый раз, мне не повезло. Ну, давайте вскрывать вместе с вами. Посылка зашла до 19 дней, но в связи с новогодними праздниками. Трек отслеживался. Продавец мне отправил 4XL. Ну, сейчас посмотрим. Так, открываем вместе с вами. Я заказывала черную. В таком пакетике. Вот, на рост 1,70 м они будут коротковаты, мне кажется. Сейчас посмотрим, что здесь за качество. Ой, хорошая. Все, я уже вижу. Девчонки, можете брать. Это уже хорошая ткань. Приятная, утепленная. Ой, какая хорошая. Все, это брюки. Вот видите, это совсем другая ткань. Я покажу с предыдущими. Ой, смотрите, какая резиночка. Они 1500 стоят, они даже 2 стоят. Так. Made in China. Угу. На 54 они не пойдут. Максимум, мне кажется, до 52. Ой, как хороша резинка, девчонки. Ой. Смотрите, как строчки сделаны. Ну, ниточка, ничего страшного, это мы отрежем. Ой, какое качество. Может быть, даже там не чисто натуральная, но это совсем другая ткань, она приятная. Вот я беру, мне шелковистая какая-то. Так, давайте посмотрим. Самое главное, чтобы не влезть в них. Так, карманы есть. Угу. Смотрите, как все сшито аккуратно, прекрасно. Смотрите, как они выполнены. Впереди, видите, нету резиночки, только сзади. Ну, ниточки, ничего страшного. Вот, здесь два кармашка. Вот так все хорошо прострочено. Неприятные. Не 1000-1500 даже. Если вы найдете за 1000, это вы... Ну, это типа обманка. И смотрите, какая ткань, которую до этого мне прислали. Видите разницу? Да? Разница есть. Вот это обман. Просто бывает, продавцы обманывают на AliExpress и отправляют такие. Вот такую ткань не покупаем. Лучше переплатить, и чтобы пришли нормальные, хорошие брюки. Так что максимум, мне кажется, рост 1,64 м. Все. Если 1,70 м, они будут короче, щиколотка будет видна. И максимум до 52 размера. У меня вот здесь еще свободно. У кого есть животик, брюки подойдут. Видите, у меня здесь свободно. А брюки очень приятные к телу. Как пишет производитель, шерстяные. Я даже в них стою, мне уже жарко. На морозы, на зиму, на холодную осень, холодную весну. Прекрасно подойдет. Так что продавца этого рекомендую. Советуйтесь с продавцом, какой размер брать. Брюки отличные вообще. Это самые популярные брюки на AliExpress. Вот эта модель. Они прямые. У него разные. У продавца еще есть другие брючки. Но там маленькие размеры. До 48-го. Длина ровно этих брючек метр. Ширина вот здесь по поясу 44. Немножко тянется. Вот здесь туговата резинка, сзади нормальная. Вот. Единственный минус к ним, ну да, антисептик прилипает все. А так, я хоть покупала за 1500, но пока ими довольна. Вот. Могу рекомендовать. Вот, на высокий рост нет, будут короткие. Так что, поближе вам покажу. Ткань такая приятная. Вот, я очень довольна этими брюками. В итоге, брюками я довольна.
бедра 110, 4XL. Мне не в обтяжку, чуть-чуть свободная. Вот. Немножко оверсайз. Кто любит в обтяжечку, 50-й можете брать 3XL. На рост 170 не могу говорить 100%. Читайте отзывы. Может быть, коротковаты. До 165 рост. Да, подойдут. 155 могут длинноваты быть. Придется подшивать. Ну, дизайн понятно. Есть дизайны, где полностью резинка. Есть вот как здесь дизайн. Кто-то писал, что ткань похожа на фланель. Не знаю. Вот. Мне в них удобно, тепло, комфортно. Они универсальные, можно как и в свободном стиле носить, и в спортивном стиле, и в классическом, и сочетать с классической обувью и спортивной. Многие заказывают разные цвета, например, там белый, бежевый, серый. У кого-то продавца определенные оттенки, у другого другого. Можно и с рубашкой, и с худи, и оверсайз. Вот, очень классные, ну, мне кажется, приемлемая цена, бюджетные брюки. Я ими очень довольна. Вот. Швы более-менее аккуратные, карманы глубокие. На каждый день, зимой, весной и осенью, холодные таскать прекрасно. Можно даже их одевать без колготок. Вот. Будет тепло. Ну, в минус 20, конечно же, что-то надо поддевать. Так что, мне кажется, они могли бы еще вот здесь по бокам какие-то выточки, разрезы сделать. Бывают такие красивые. Вот. Так что присмотритесь, делать выводы вам. У всех вкус разный. Кто-то, например, не носит классические брюки, только там, например, джинсы, а кто-то наоборот юбки носит. У всех вкус разный. Вот. Ссылочку оставлю в описании. Обязательно читаем отзывы перед покупкой. Смотрим фотографии, чтобы вас продавец не обманул, какая ткань. И можете написать продавцу, какой вам размер, он посоветует. Вот. Но они большинство, знаете, перестраховывают, чтобы вы не возвращали товар и не было претензий. Немножко побольше вам пишут. Вот. Так что, если тебе понравилось это видео, обязательно лайк, обязательно подписка. Если тебе нравятся распаковки с AliExpress, периодически у меня их бывает, и я часто там заказываю товар. Все, спасибо, что досмотрели это видео. Пиши комментарий, если ты заказывала такие брюки. Какого цвета тебе больше понравилось? Ну, вообще, свое полное впечатление об этих брюках. Все, всех целую, обнимаю. Пока-пока!